Посмотрим спортивные вещи. Вот вижу такая вот олимпиечка. Горошек 600 рублей. Пуговичка. Что-то сегодня ничего такого. Ух ты, а что это олень делает? Совестно. С капюшоном. Такая стоит 700 рублей. Adidas. $550 такая. С капюшоном. Просто цветная с этикеткой. Такой материал на ощупь интересный. Как-то не знаю, что это. 750 рублей. Как фланелька. Что-то горошек много. Вот какая. Nike. А вот, смотрите, яркая какая, с капюшоном. Правда, потертые пуговицы, все, вот уже не то. Эти бархатные. Вот. Тоже логотипчик, по-моему, фирменный. 750 рублей. Потому что сделано прям вообще добротно. Такая прям плотная. Вот какая кофточка. Вот еще одна яркая. Здесь уже как новенькая пуговица, все хорошее. Они почти все 750 рублей. Это 800. Это такая мягкая-мягкая, как медвежонок. Вот какая, смотрите, рукавчик такой, вот такая мелкая полоска здесь крупная. Сотку еще зайдите, сотку там. Вот какие он кофточка. Да. Ну ты вот это мери, что это смотрите, какая со стразами. Миленькая. 700 рублей. Смотрите, какая у меня. Померил, я имею в виду, чтобы замочек. Все глазки на месте. Искал в камеру хранения, да? Отлично. Он еще затягивает. Да, хороший. Телега одна. Замша на заставке возьми. 700 рублей она стоит. Да? У него замша, блядь, на заставке стоит. Ты просто займешь? Нет? Нет, я, конечно, могу. А он тебе ремень даст. Я еще просто сделаю. Это я ему должен дать ремень. Здорово. Как секунду? 2000. С каким сердечком? Какие штуки?
короче, дохуя. Вот я думаю взять сейчас реально. Блядь, 2000, по-моему, за недохуя. Ребят, вы не одни здесь? Не материтесь. Вообще уже, что ли? Мат сплошной. Молодежь. Смотрите, какая девочка симпатичная. Может, продать сейчас. Такой этот здесь. Пуговицы. Воротник шикарный. Хорошая кофточка. Что она стоит? Маленького размера, 650 рублей. Вот такая. Такая, не знаю, трикот... на фирменную похожа. Потому что на ощупь, я не знаю, на ощупь прям слышно, как видно они какие. Такая по качеству прям добротная. Вот такие завязочки. А вот смотрите, с киской какой. Понял, смотри. Поняли, да, что примерно 700 рублей цены. Чтобы я не повторялась постоянно. Такая. Ой, тоже. Это как у меня. Вот какая. У меня такая же. И ты понимаешь, что их продать? Оранжевая. У меня худи вот 68. С черными полосами, вставками. Вот такая она, на кнопочку, ну не знаю, на клепочку. Розовенькая. Какая? Тоже на ощупь прям классная. Вообще классная. Классная вот эта олимпийка. 800 рублей. Вот это классная. Тоже как фирменная. Вообще очень хорошая. Я не знаю, прям чувствуется. 4-4-8. Штанишки Nike. Такие классные. Штанишки вообще отпад. Рублей. Вот такие штанишки.